Дорогие друзья, я хочу вас поздравить с очень большим событием. Уже 8 лет компания «Пептайдс» работает в 30 странах Европы и проводит политику внедрения очень полезных и ценных пептидных биорегуляторов, которые необходимы большинству населения, ну, по крайней мере, со второй половины жизни. Эти препараты, которые реализует компания «Пептайдс», являются безопасными, полезными и очень необходимыми каждому человеку. Вообще компания «Пептайдс» проводит политику продвижения здорового образа жизни и способствует развитию геронтологии в Европе. Вообще, вот я 4 года возглавлял, был президентом Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии, и компания «Пептайдс» помогала в продвижении идей здорового образа жизни в различных странах Европы. Участвовала в проведении конференций, поддерживала проведение симпозиумов, за что мы ей благодарны. И хочу сказать, что компания «Пептайдс» является компанией нового типа. Это компания будущего, которая работает на благо населения различных стран. И я надеюсь, что ее принципы и научный потенциал будет крайне полезен для населения многих стран Европы. Хочу пожелать всем долголетия, всего самого хорошего, а компании «Пептайдс» процветания и долгих-долгих лет жизни.